напряжение. Я чувствую, что мы сейчас еще направимся в сторону острова Пики. Кофе горячий, так жарко, еще кофе горячий. Волнуетесь? Волнуемся, очень волнуемся. Я прям не знаю, чего ожидать. Вот честно, вот вроде бы, как вот я бы больше эмоций дала на самом деле сейчас, если бы я понимала, что меня ждет. Я сейчас вот реально не понимаю, что. Я знаю, что на меня что-то оденут. Будет сзади баллон, и я буду с этой штукой погружаться вниз. Самое, пожалуй, страшное для меня будет это начать дышать. Вот я так предполагаю. Но что еще? Не могу сказать. Ei, se on tulossa. Se on viimeinen viimeinen. Ei, se on tulossa.